Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Самоизоляция в разгаре. А и покачать ли нам бивнерезы? А, побаливают плечи. Надо хорошенько их размять. Самое интересное, поднимать вроде бы не мешает. Трещит, слышите? Сустав высыхает, стягивает и начинает болеть. Ладно. Куча железяк, надо их пошкурить, покрасить. Прибрал вчера резину, чтобы подкладывать под тренажер. Такая красивая картинка. Что тут можно делать? Ну, вроде бы как под тренажер. Ага, ну да. Под тренажер и подкладывать. Тем временем второй подход делаем. Разминаемся. Опа! Разминаемся. Торнео. Фитнес and exercise mat. Фитнес and exercise mat. Ух ты! Не просто так, а с такими вот штучками Торнео. Сейчас положим его под тренажер. Вот вроде бы суставчик размялся. Боли никаких нету.
хотя левый трещит. Так, ставлю я, для чего я курик приобрел. Ну вот так вот. Видно, какие перестановки будут. Коврик-моврик. Вот один коврик у меня лежит под тренажером. Очень удобненько. А этот красавчик. По ширине он немножечко уже. А так он будет двухметровый. Торнео. Значит, вот так вот. Лейбли сюда. Ну вот этот мне больше нравится. Как-то он называется. А, он тоже называется Торнео. Только так, попроще. Так примерно. Поставлю на него скамейку. Гантели не катаются. Это хорошо. Стоят как влитые. Кстати, от этого тренажера уже пошли первые такие положительные результаты. Вот. Часто ставим мы спину. То есть какие получаются проблемы? Проблема получается следующего плана, что вот что-то спина съехала там, сместилась, правит, костоправ, все там поставил, все хорошо. Но через некоторое время опять смещается. Это хорошо, когда поправил, она как-то стала и стоит на несколько лет. Как правило, такого не бывает. Она по какой-то причине начинает давать слабину и постоянно начинает съезжать. Например, у меня позвонки уходят внутрь, то есть вот отсюда, они уходят сюда. И их как бы подтянуть надо. И вот это как раз тренажер, опа, я тут. И чувствую именно вот энергетика спины, которая держит там, именно она начала укрепляться, я как-то вот
начал об этом забывать, что у меня там со спиной какие-то проблемы. Так, ну еще один подходик. Размыночный. Заделаем. Так более-менее размылся. Поближе, что это за коврик. Так, качнем бивни резы качнем. Фу-ху-ху-ху. Примерно 27 килограмм на штанге. Чувствуется, энергетики прибавилось энергетики. Чую. Прошу посмотреть, какая красота. Торнео. Но мне хотелось бы вот такой коврик Торнео приобрести. Он побольше. Ну, пойдет и этот. Это у меня доска к моему изодинамическому тренажеру. Хорошо. Это
это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо. Самоизоляция идет полным ходом. Так, подвинул тренажер, чтобы было удобнее ходить. Так. Хорошо, хорошо, прибавим. Вот так тренажер стоит получше. Можно ходить. Можно ходить туда-сюда. Чистейшие подъемы на бивни. Чистейшие. Значит, примерно тут 32 килограмма. Предстоит вот ту гору. Железяк прошкурить, покрасить.
Для этой цели я взял краску. Чтобы сдирать ёршик о камину, чтобы руки были чистые, перчатки. Завтра, сегодня, послезавтра, короче, на днях приступим. Приступим к этому. Ну что, бивнерезы так подналились. Сейчас еще подходик. Еще подходик, это будет хорошо. Конечно, непривычно становится, когда меняются местами тренажеры, а вернее место занятий. Ты привык к этому месту, там делать, но этот тренажер надо вообще-то даже прикрутить. И все это вот сюда идет. Все это идет туда. Важно отдыхать по-стариковски, куда спешить. Результаты все давно показаны, зафиксированы. Поэтому самому себя загонять не следует. А так это умеренно, размеренно, с напряжением. Бивнерезы. Будь и хватит, меня не захватит. Так, меняем ракурс. Вот так вот примерно. Угу.
Вот в этом положении. Вот здесь вот. То есть, вроде как, сухожилие бицепса не там, где надо, стоит. Пропилило себе место совсем другое. Надо поставить. Вот такая она жизнь. То не там пропилила, то не там запилила. Кстати, я поставил гантели так, чтобы отбить себе палец. Пусть они вот здесь стоят. Фу. Поехали! Раз. Важно войти в ритм тренинга, а я как-то со всеми этими самоизоляцией, тренажерами и прочим немножко из него выбился. И как поет Дима Маликов, и сам себя не осуждай. Это по 12 килограмм гантелис. И сам себя не осуждай. Потихоньку приготовим следующий вес. Вес гантелей 20 килогард. То есть весь снаряд увеличился на 4 килограмма. Практически не чувствуется.
немножко плечики настраиваются. И вывихнута плечика у бедного кузнечика. Да, и этот коврик Торнео. Торнео такой вот. С выпендроном. И Торнео без выпендрона. Жарковато становится. Жарковато. Оденем ремешок. Фух. Ну что, вроде бы хочется с этими сцепиться, но так плечики особо не особят, поэтому не будем горячиться. Добавим 5 килогерц. И будет. И хватит, нас не захватят. А потом посмотрим, как оно поведет себя. Будет и хватит.
Кстати, пока я передыхаю, я покажу, сколько у меня тренажеров. Вот это изодинамический, последнее мое приобретение. Такого очень мало кто применяет, практически единицы. Это новое слово подготовки, которое самодумал Анатолий Иванович ввел. Но до этого были там другие, ЗАС и так далее, но он, так сказать, вот с лечебной целью подхватил Сергей Прокопьевич Кривых. Он облагородил эту всю методу, сделал тренажер, а не штангу. Так, это у меня, видите, эллипсоид. Далее, то есть в моем спортзальчике у меня брусья именно для качков. За брусьями стоит тренажер, так называемый козлетончик для спины. Скамеечка для жима лежа, такая универсальная скамеечка. Сейчас мы ее с вами задействуем. Беговая дорожка, телемассажер. Отличная вещь. Правда, я ее чтобы не пользуюсь. Хотя внучки любят побегать на ней. Ну что, вот вес уже 17 килограмм. Вздрогнем. Вздрогнули. Далее. Уникальная кровать. Нет. Но я на ней лежу. Массажерная такая кровать. Корейской фирмы Серагем. Простыни. Плетением серебряной нити. Не просто там так. Далее. Вот этот тренажер. Это было раньше у меня как скамья для жима лежа. Я ее использовал и для жима сидя. Для жима сидя. Видите, у меня тут все есть. Жик. Плюс это все поднималось. Как тренажер для ног. Это тоже у меня поднималось. И я сейчас вот приспособился так вот бивневезы качать. Почему я так делаю? Потому что стоя нагрузка на спину, вот такая вот, и спина, когда она у вас уже, так сказать, на подсосе, она начинает болеть. Далее покажу тот свой тренажер, созданный по моим личным чертежам. Не просто так. Видите, сколько тренажеров в моем таком маленьком спортзальчике.
для одного, ну, максимум трех человек. Иначе тут просто не продвахнуть. Фу. Сейчас у меня железяк, раньше так, железом была напряженка, а сейчас ее не будет, куча всего. Итак, 17 кГц, неровно стоит мой этот. Вот только сейчас уже плечи более-менее размялись. Они такие у меня баклажки. У меня всегда были сильные плечи. И по старой памяти ведь. Есть. Фу, есть. А время летит тем временем. О, я занимаюсь перед обедом. В свое время я занимался по-разному. Когда в школе был, начал тренироваться в школе, а потом, когда я учился в ГПТУ, это были вечерние тренировки. Потом, когда я был в спортроте, это в основном были утренние тренировки до обеда. И сейчас я тоже до обеда занимаюсь. До обеда. Ну и бывало так, что и вечерком в спортроте занимался, особенно когда к мастеру готовился. После аппендицита в августе 74-го меня уже списали со спортивных счетов. И где-то в начале 75-го меня должны были отправить в часть, которой я приписан. Это Буйнакск, Дагестанская, АССР. И вот я начал заниматься. С утра меня посылали на работу, а вечером я приходил и тягал. И где-то в декабре, в числах, наверное, 25 декабря, я выполнил норму мастера спорта. С гиком, мощно!
даже слегка ее перевыполнил. На 2,5 килограмма в сумме двоеборья. Так, ну что ж, это уже 20 кг. К любому весу необходимо настроиться. Настроиться. И когда почувствуешь, что готов настроиться, с гиком хватаешь и погнал. Примерно вот так. Итак, перейдем теперь к вот этому тренажеру. Здесь имеются блоки. То есть этот тренажер был сделан в 1983-84 годах. В 1983-84 годах. По моим собственным чертежам. Уникальный. Сверху блок тянем. Так. Рассчитаны блоки, чтобы не перетиралась этот трос. Если блоки здесь будут маленькие, вот здесь вот показываю вам. Вот особенно вот этот, если блок будет маленький диаметр, то трос будет перетираться, он просто будет переламываться быстро. Здесь может быть, ну, такой средненький, вот здесь вот побольше надо. И в итоге ходит мягко, отлично. Взял его осторожненько, чтобы не раскачивался. И погнал. Далее нижний блок. Нижний блок. Я его редко очень использую. Но тем не менее он прекрасно работает. Тяга. Это как раз на том тренажере, чтобы можно было качать спину, вернее, чтобы можно было качать ноги как разъебанием, так и сгибанием блочок. Ну, так как я особо не делаю, так забросил. Но, тем не менее, блочок остался. Для жима лежа все было рассчитано. Для приседаний. То есть вот это для жима лежа, это для приседаний. Ну, для приседаний надо было вообще тут пошире сделать, потому что трудновато снимать. Лично у меня плечи перестали как-то особо влазить. Ну, хотя и делал. Вот такой тренажерчик все сделал. И на нем я потихонечку пашу, потихоньку, не спеша, попахиваю на старости лет. И вообще вот этот вот спортзальчик вот, подвал моего дома, и вот это, как бы сказать, коридор, как раз половину. И вот эта вот половина, это мой спортзальчик, тут я сам. Теннис стоял, гонял в теннис одно время, забросил. Там кладовка, котельная. Ну, вздрогнем. Вздрогнем.
Ну и хватит. Хватит. Живем сидя. Везде должна быть охотка. Общий план, так сказать, моего спортзала. Спортзальчика. Главное, чтобы не было переизбытка. Вот это тут надо кое-что убрать. Ну, вот это кресло хотя бы. А так в основном все пойдет. Больше особо ничего ставить нельзя, потому что уже начинается переизбыток. Почему я так отжимаюсь? Опять-таки, потому что вообще это упражнение как-то для меня слабо. Вот. То есть не могу приложить силу. И плюс еще плечи побаливают. И в итоге получается, что можно вот так вот отжиматься, так более-менее нормально. В противном случае вообще разламывает тебя и никак ты не отжимаешься. Покажу свои, блин, железяки. Так. Интересно, поскольку ж вот эти вот большие блины. Если 10 килограмм, это вот он. А тут больше, тут, наверное, килограмм 20 будет. Или 15. Ну, в целом, тут может быть килограмм 300, как мне сказали. А там кто его знает. Ну, покрашу, взвешу, и тогда будет ясно. Потихоньку облагораживаю свой спортзальчик. И вот этот тренажер именно для развития силы. Для развития силы и усиления энергетического каркаса, который будет костяк держать на своих местах. Это очень важно. Общая стимуляция жизненного тонуса. Это очень важно. Так, остался еще один подходик, я сделаю. Или два подхода. Так уж и будет два подхода вместе. А потом перейдем к режиму лежа. Тренировки, конечно, бывают разные. То есть можно все, по 2-3 подхода, все упражнения прошел и хавришь так на каких разминочных весах. А можно на каждом упражнении так хорошенько попахать. То, как мне говорил мой знакомый штангист,
Александр Трофименко. Есть все любят. И повкуснее. А вот тренироваться никто не любит. Пока будем готовиться к следующему упражнению. К жиму лежа. Скамеечка. Скамеечка. Оставим на штанге 40 килограммов. Вот так вот. Где-то я примерно уже занимаюсь около часа. Можно сказать, что все это было разминкой к жиму лежа. Ага. Вот такой примерно ракурс возьмем. Такой ракурс. Фу. Штанга легкая. Плечо его побаливает. Да, что еще мне нравится в моем спортзале? Это то, что когда я служил в спортроте Ростов-на-Дону, мы занимались в школе высшего спортивного мастерства. На Садовой, Большой Садовой. И помещение, оно было такое, старое помещение. И мы занимались в полуподвале. Так, окна были вот примерно как у меня. Только подвал был повыше. В полуподвале. Прохладненько, хорошо. То есть и вот здесь вот как раз... Летом прохладненько, никакого кондиционера не надо. Фу. Ну вот так-то. Второй подход. То есть получается, на каждое упражнение надо свою разминку делать. Мало того, что вот этот столько разминал. Руки, плечи. А вдобавок еще надо конкретно размяться в жиме лежа.
Я особо не опускаю штангу на грудь до конца, потому что основное это должен. Практически все жмут хорошо до последней третьей траектории жима. Дальше на дожимании начинаются проблемы. Кстати, хорошо еще, что ты один вот в доме живем, я и жена. Вот у меня это спортзал мое и кабинет вверху, где я там працую. Все, она тут не вмешивается особо, придет, уберет там. Это очень хорошо. Естественно, я не вмешиваюсь в ее там спальни, залы. Это ДТП. Казалось бы, можешь вот так вот 40 килограмм одной рукой запросто давить. Но, как говорится, не тут-то было. Ставим 60. Что еще получается? Вот так вроде 40 очень легко, и ты привыкаешь к такой легкости. Ставишь побольше, а тут уже потяжелее. И как бы сказать, организм не хочет напрягаться. Есть такая тенденция у нашего организма. Ну, левый плечевой сустав начинает напоминать о себе болевыми ощущениями. Да. Поэтому придется не опускать штангу слишком низко. Так. Ну что ж.
Ну что, следующий рейс. Поставим 80 кГц. Восемьдесят килогерц. Да. Я бы не сказал, что тяжеловато, но как-то на плечевые суставы действует. Больновато. А совсем недавно я его на 8 раз сжал. Чисто. Полноценно. Перед Прагой. Вот как отбросила. Отбросила меня. Сейчас уже скоро на обед будут звать. Пару подходов. И идем мыться. Еще подходики хорошие.
растягиваю связки там, плечевой сустав. Вот так наивные люди думают, да начну я сейчас заниматься, и результаты там будут расти, вот, есть, заниматься. Некоторые думают, да еще химию поем, вообще быстро все пойдет. И не подозревают о подводных камнях. Что за подводные камни? Травмы. Я уже не говорю о том, что существует такое понятие, как умение тренироваться, чтобы не вогнать себя в перетренировку. Чтобы постоянно прогрессировать, это большое искусство. Наука и искусство. Наука вроде как для всех, думаешь, вот так вот. А тот человек, который эту науку искусно применяет, только тот прогрессирует, а остальные все отваливают. Так что думаю, что там такое? Да, буду жать. А вот. То суставы разболелись, то что-нибудь лопнет, треснет, оторвется. Ну, на этой ноте можно и закончить. Кстати, растянулся, легче стало сразу с плечами. Значительно легче. Ладно, сделаю еще подход один. Растянуть эти суставы, связки. И есть, конечно, люди, уникумы, в своих видах спорта. Например, Василий Иванович Алексеев 8 раз подряд стать чемпионом мира. Устанавливает рекорды. При этом некоторые вот установят рекорд. Допустим, Жаботинский установил рекорд там. Где-то в 68-69 годах. Где-то примерно 220 килограмм толкнул. Рекорд был. Алексеев с 220 его поднял, по-моему, до 256 килограмм. То есть на 35-36 килограмм поднял. После его достижения, вот современные все отлеты, рекорд, ну, самое большее Тараненко, 266. То есть, 10 килограмм.
на 10 килограмм. И все. Столько там пыжилось, столько там. А 10 килограмм набросили, все. А он один. На 36. Опачки. При этом надо уметь тренироваться, уметь пройти все это без травм, если травмы, залечивать их и дальше прогрессировать. Вот это уникальное. Уникальный спортсмен. Василий Иванович. 8 раз. Ёханый бабай. Увлекаться не надо. Увлекаться не надо. Везде должна быть без фанатизма. Фанатизм до добра не доводит. Везде должна быть голова. Голова. Тренироваться. Как говорил Василий Иванович Алексеев, тренироваться с умом. Вот тогда будет результат. Итого у меня на тренировку где-то ушло 1 час 25 минут. Это довольно-таки большая тренировка. Один подход на пресс, у кого он есть, остальным на живот, как у меня, и хорош. 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 Моем руки и обед. По расписанию. Дальше за обедом идет сон дренаж. Вот. Как говорил один, надо спать в день не менее 8 часов. Значит, день поспали, потом ночь поспали, и потом немножко потрудились с интернетом. Но такие мои планы. Уважаемые посетители канала!
для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего!